Всем привет! Продолжается у нас рыбалка. Опять 4 дня, ребята, мы в пурге просидели. Просто ужас какой-то. Что-то пурга за пургой. Не дает порыбачить нам толком. Так, вот 4 дня прошло. Мощной пурги. Приехал я на озеро, на Сиговое. Ну и сейчас будем проверять сеточку. Начнем с короткой сетки, 30-метровой. Стенка 1,5 метра, ячея 60. Поехали! Незаменимые силиконовые перчатки. Ну, хотя сегодня тепло, еще так пружит немножко. Где-то градусов 13-15. Ну, вчера был ужасный ветродуй. Опять бочки у меня летали. Не знаю уже, куда их ставить. В сарай надо убрать. Так, ну вот первая кунжа. Жалко, мертвые, конечно. Ну что делать? Вчера хотел поехать проверять, но вышел на улицу, куда там с ног сдувает, блин, ужасно. Ни хрен рисковать. Озеро не так близко от дома находится. Хотя и пользуемся, конечно, GPS-ом всем. Но все равно лучше переждать. Как я и говорил, ужасно гольцы путают. Сетки. Сегодня, наверное, клев плохой будет, потому как пружило все эти дни. У меня тут сороковка еще стоит на этом озере. Наверное, сейчас буду снимать ее. Потому там как одна мелочь ловится. Мелочь нам не нужна. Попадаются, конечно, сиги хорошие, но в основном мелкие гольцы. Они не нужны. Глубина тут начинается где-то с порядка 2,5 метров. И конец сетки находится в яме где-то 7 метров. Ну, хорошо, живой горец. Thank you.
беда с ними. Достаточно проваляться пару дней на диване, потом все так тяжко, как будто в первый раз. Линки долби, снег чистить, сетки проверять. Сейчас переедем тут недалеко. Проверим другую сетку.